поднимают и укрепляют берег. В селах Карпово и Харлово Краснощековского района ждут половодья во всеоружии. По крайней мере, ближайшие участки при благоприятном сценарии паводка не должно подтопить. В райцентре муниципалитета строят инженерную защиту. Для добычи камня вскрыли карьер между Краснощеково и Чирыжским. Прежде камни приходилось привозить из других районов. 20 марта в муниципалитет должны поступить насосы для откачки воды. Градус переживаний не падает в Моралихе, которую регулярно подтапливает река Чирыж. Но по сообщению отдела водных ресурсов Верхнеобского водного управления по краю, решить этот вопрос можно только в рамках федеральных программ. Моралиха туда войдет в следующем году. Подготовка к этому сложному периоду всегда идет по наихудшему сценарию развития событий. Спасатели края уже объявили, что готовы при случае эвакуировать население, ликвидировать последствия паводка. Худший сценарий по умолчанию. В Бийске первую волну ждут в 20-х числах апреля. Под нее может попасть 1000 домов с 3000 жильцов, прогнозирует МЧС. Запас воды в снежных покровах, по их данным, на треть больше, чем в прошлом году – 78%. Хотя уровень промерзания почвы меньше, а значит, впитываться паводок будет лучше. В уровне других рек запаса воды больше. Запасы воды в снежном покрове составляют по бассейнам реки Обь составили от 88 до 128%. Наивысшие, получается, запасы составили по рекам Катунь и Алей. Это от 36% до 171%. По данным гидрометцентра, толщина льда в реках края меньше среднемноголетней. В Оби у Барнаула 60 сантиметров, в районе Шелоболихи 59, в Бии 57, в Чумыше у Тальменки 56. Ученые говорят, что зима была мягкой, почва промерзла меньше, чем годом ранее. Важным фактором развития паводковой ситуации является характер весенних погодных процессов. Температурный режим, от которого будет зависеть интенсивность снеготаяния, количество осадков в весенний период. А на начало весны метеорологи прогнозируют активные осадки. Снегопады в марте обещают в Барнауле, Бийске, Краснощековском, Чирыжском, Усть-Пристанском районе. Обычно первая волна паводка в край приходит в апреле. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком.